По инициативе местного отделения партии «Единая Россия» в Центральной районной библиотеке состоялась благотворительная акция «Читай, выдумывай, твори», направленная на развитие творческих способностей юных читателей. В рамках этой акции библиотеке были переданы наборы для детского творчества, а пришедшие на мероприятие школьники приняли участие в интеллектуальной игре. Подробности в репортаже Юлии Погосян. 2014 год России объявлен годом культуры. Наша страна всегда славилась выдающимися поэтами, художниками, архитекторами. Все они когда-то учились своему мастерству и не без помощи со стороны. И сейчас немало талантливых детей, которых просто достаточно подтолкнуть к творчеству. Поэтому по инициативе местного отделения партии «Единая Россия» в Центральной библиотеке было организовано мероприятие – благотворительная акция «Читай, выдумывай, твори». Хотели, чтобы дети проявляли больше творчества, больше интереса к знаниям, улучшению себя и улучшению нашего мира. В Центральной библиотеке было передано 40 наборов для детского творчества. Туда вошли альбомы, фломастеры, краски. Одним словом, все, с помощью чего дети могут проявлять фантазию. Первыми подарки опробовали детишки из команды победителей интерактивной игры на тему «Заправленные в планшеты космические карты», посвященной прошедшему Дню космонавтики. Очень приятно, что проявлено внимание и забота о библиотеке. Ну и, собственно, это не только способствует престижу библиотеки. Все вот эти подарки, все вот эти вот творческие наборы, они будут вручены нашим ребятам. У нас очень много мероприятий грядет. Для местного отделения партии подобные акции стали традицией. «Единая Россия» регулярно проводит благотворительные мероприятия, на которых, помимо всего прочего, в игровой форме детям разъясняется, что такое партия и политика. Но без помощи компетентного в этом деле человека не обойтись. Поэтому что это такое, взялся рассказать школьникам глава Ленинского района Сергей Кошман. Это группа единомышленников, которые, объединяясь вместе, отстаивают политические интересы. И вот как дети его поняли. Партии – это люди, которые трудятся на благо общества. Учиться и развиваться – вот главные задачи нынешних школьников. А помощь в этом придет отовсюду. Юлия Погосян, Алексей Ильин, Наталья Буслаева. Видное ТВ.